Так, девочки, чем же Ирочка занимается вечером, поздним вечером, уже 10 часов вечера. Ирочке спать надо, а Ирочка варит для папы варенье клубничное. Ну, я, наверное, сегодня сейчас поварю его чуть-чуть и еще завтра. Я не буду делать пятиминутку, сделаю такое более погуще, чтобы оно более уварилось, чтобы не такое жидкое было. Может быть, сегодня поварю, еще завтра поварю. Так, и еще я сейчас вот эту клубнику блендером забью с сахаром. Сахар у меня, правда, только половина. Полкилограмма уже осталось. Вот, но как получится, в Ну, общем. если что, то завтра тоже добавлю еще сахара. Посмотрю. Так что вот чем я занимаюсь ночью. Ночь полночь, а Ира у нас все при делах. Я сегодня столько дел сделала, столько дел. А завтра на работу. Ну ладно, ничего. Клубника вот эта краснодарская. Сегодня купила по 280 рублей. Клубника очень хорошая. Прям, ну, она, не скажу, что прям очень сладкая, но сладкая, сладкая. Можно все равно вот ее без сахара есть. Так что буду сейчас взбивать. Посыплю сахаром. Я взяла вот такую емкость, это для блинов, да, для теста. Вот, и сейчас как раз туда, чтобы особо не разлеталось ничего. И взобью. Взбивать буду вот этим погружным блендером. Прям так жик, 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 и все. Видите, как жиденько. Вот такую массу вот с сахаром. Здесь просто немного сахара. Можно, конечно, побольше лучше сахара добавить. Но я, может быть, завтра еще сделаю. Добавлю сюда сахара. И очень хорошо по контейнерам, по пластиковым можно распределить. Либо по каким-то стеклянным баночкам небольшим. Ну, лучше по пластиковым контейнерам небольшим. Распределите в морозилку, и все, и зимой просто достаете, и вот это вот размораживается у вас натуральная клубника, вообще вкусная, просто вкуснятина, вообще, вот это очень вкусно. Но вот у меня жидкое получилось, потому что мало сахара, и чем больше сахара, то лучше, конечно. И так можно добавлять там, ну, не знаю, мороженое, можно там в кисель в какой-то, когда будете варить, добавить там, либо просто покушать. Ну, классная штука получается. Мне нравится такое, очень вкусно. Друзья, всем привет, всем доброго дня. Я с работы. Время почти 5 часов, но я заезжала на почту. У меня там, вот смотрите, лежит огромная, огромная посылка от Василька. Но она будет обзор позже. Наверное, скорее всего, на следующей неделе, либо выходные, либо на следующей неделе. Вот, зашла сейчас в храм здесь, в Балашихе, в один храм я, который хожу, зашла, который рядом с почтой. Вот, и сейчас еду домой уже, может быть, сейчас заеду в магазин Чижик. Не знаю, есть ли в других городах такой магазин Чижик, но у нас вот здесь открыли тоже его, и по Москве они есть. Цены там такие очень даже приличные, ну, то есть небольшие. В принципе, мне ничего не нужно, но так вот посмотреть, поглазеть, может быть, что-то и пригодится. Мне вообще нужен сахарный песок, чтобы доварить варенье папе. Вот, и плюс я еще прокручивала вчера варенье, не варенье, а клубнику с сахаром. Хочу тоже заморозить, и тоже мне не хватило немного сахара, поэтому нужно добавить сахара и сегодня еще раз это все перемешать. Вот такие планы у меня. Ну, может быть, дома еще что-нибудь вам сейчас покажу, пока еще не решила, что.
еду вся уставшая, сегодня уже четверг, завтра пятница, вообще собиралась ехать на дачу, не знаю, поеду или нет, все будет зависеть от погоды, какая погода будет. Вот, кто-то сигналит, думала, нет, еще красный свет, светофор. Какая будет погода? Если погода будет, конечно, дождливая, что обещают дожди, вот, поэтому навряд ли я поеду на дачу. Мои уехали на отдых, Илья, Лиза, Полина сегодня улетели, вот, поэтому на даче никого не будет. Хотела поехать с Светой, она не может, записалась к парикмахеру, идет на стрижку, на покраску. Вот, поэтому придется, видимо, ехать мне одной. Вот такая надпись, вывеска, видите, Чижик. Продукты. С 9 до 21. Я на самом деле здесь второй раз только. Второй раз сюда захожу. Корзинок нету других, что ли? Ну, мам, пока не буду особо, я не буду ничего брать. Ну, вот тут, например, печенье 69, 49. Кстати, вот это очень вкусное печенье. Мне очень нравится Золотая симфония. Сахарная. Вкусно. Чипсы по 99 рублей. 59. Так, здесь что у нас? Арахис. 69 рублей. Кеши 129. Ой, упало. Миндаль. Вот я люблю миндаль. 109 рублей. Ну, маленькие упаковочки, 100 грамм. Так, также орехи. Фисташки есть и фундук, кофе, курага, в общем, все тут есть. Жокей 89 рублей, классический, по-восточному. Какао-порошок за 69. Цикорий. Я на работу себе, кстати, купила. Чай тут есть. Конфеты разные, пожалуйста. Зефирки. По 79 рублей. Вот такой зефир. Клюква, яблоко и ванильный. Маффины. Пастила такой же фирмы, кстати. Не знаю, такую никогда не брала. Вкусная, невкусная. Может, кто-то брал, напишите. Шоколад 59 рублей. Аленка, например. Так, бумага туалетная, полотенце. Хлеб. Персин 79. Так, а сырки? Творожная масса с изюмом 64 рубля. Йогурт и сырки. Сметана 69 рублей, 15%. Молоко, масло. Так, мне бы не забыть сахарный песок, самое главное, купить, а то сейчас буду ходить. Картошка по 22 рубля, морковка по 39 рублей, перец 199. Так, вот сахар по 59, но это дорогой сахар. Вообще-то обычно дешевле бывает. Больше сахара тут нету, что ли? Ну, придется мне этот брать. По-любому. Один мне хватит. Сливки, молоко. Что тут еще интересного? Крупы, мука, рис. Вот 89 рублей.
рис для плова, щедрый год. Ничего так выпал, кстати, это выглядит неплохо. Длиннозерный пропаренный, 79 рублей. Круглый 79, гречка 69 рублей за килограмм. Тоже даже очень хорошая гречка. Манная крупа. Нормальные цены. Сахар в упаковке. Так, растительное масло. Вот тоже это щедрый год. 79 рублей. Вот цена 79. А золотая семечка 109. Игрушки, книжки, хрестоматия по чтению для детей. Второй класс, четвертый класс есть, первый класс. Стулья, хозяйственные товары здесь тоже, видите, сколько много всего. Кастрюльки. Форму вот для запекания 199 рублей, стеклянная. Погружной блендер есть тоже, 699 рублей. Подносики, пледики какие-то. Плед 899. Разные расцветки. Блинная сковородка, блинница 599, а это 899. Кстати, вот это хорошая, у меня дом такая. Спиртное здесь есть, тапочки, спиртное, хозтовары тоже. Ну все, буду выходить, мне в общем-то здесь больше ничего не нужно. Я сахар только куплю и все. Веня меня встречает. Привет, привет, мой хороший. Привет, конечно. Должны поцеловаться обязательно. А как же? Он не уйдет, пока я его поцелую. Вот у него привычка уже, все. Я обязательно прихожу, должна его поцеловать. Оп, побежала. Ага, будет сейчас ждать лакомства. Так, достала варенье. Вчера не доварила, сейчас включу, буду доваривать его. Буду доваривать из холодильника. Оно у меня в холодильнике стояло. Подустала я. Не буду длинное видео снимать на выходные уже, потому что прям подустала, девчонки, подустала. Друзья, девчонки, ребята, мне опять мои друзья из Китая прислали часы. Только это уже мужские часы. Я уже даже знаю, кому я их подарю. Вот. И просто хочу вам их показать. Классно. Это новая модель вышла. И они мне прислали вот новую модель. Фирма Кислект. Вот она, фирма Кислект. Вот такая форма у часов. Это мужские. Вы видели, у меня есть такие же женские часы. У меня. И одни такие же часы я подарила Свете. Вот. И это новая модель вышла. И смотрите, как они упакованы в коробочку. Все очень аккуратно, красиво. Тут прям вообще вот упаковка, конечно, прям подарочная. Все аккуратненько открывается. Пленочка такая. Здесь тоже бумажечка, Кислект. Но это классные часы. У меня у самой такие часы, только женские. А это мужские. Может быть, кому-то пригодится это, девчонки, и кто-то, может быть, захочет для подарка. Они недорогие, они в районе 5000. 5-6 тысяч вот эти вот часы, по-моему, стоят мужские. И женские тоже, по-моему, 3000. То есть они не очень дорогие, но кто любит носить часы, то есть и для подарка можно, очень прикольно. Так, это в этой коробочке у нас что? А, здесь у нас, ну, вот аннотация к этим часикам. Здесь тоже что-то дается еще. А, даже запасное стеклышко. Здесь запасное стекло. А, это не стекло, ребята, это защитная пленка.
Это защитная пленка на... В тех часах не было такого. Это, я поняла, это защитная пленка на часы, чтобы они не царапались. Надо же, вот в тех часах не было этого. Так, и еще что-то. А, и еще шнур дается. Ну, зарядка. Так. Классно. Для того, чтобы ими пользоваться, надо загрузить программу. Все эти программы, я уже вот говорила, еще раз повторюсь, все эти программки, программка, которую нужно загрузить, это вот здесь по штрих-коду наводите, и у вас все будет, и аннотация полностью на русском языке, вы все разберетесь в этом, в этих часиках, и плюс загрузите программку. Вот тут два QR-кода, вот один и второй. Загружайте программку на телефон и пользуйтесь на настройки. Вы просто загрузите программку, сделаете настройку на телефон, потом вы эту программку, в принципе, можете удалить, и она, в общем-то, не нужна потом уже будет. Потом вы все полностью будете часиками уже пользоваться, ну, там, мужскими или женскими, неважно. Но часы хорошие очень, они красиво смотрятся. Хочу аккуратненько закрыть. Так, это вот внизу вот так лежит. Так, а сами часики у нас тоже с двумя ремешками идут. Один ремешок магнитный. Но это как Apple-овские часы, то же самое, один в один. Только это просто фирма Kislect. Немножко другие, вот они. Ремешок один идет на магните. То есть по размеру по-любому вы можете... Вот, мужские, небольшие, очень хорошие часики. И другой черненький такой же браслетик уже, ну, силиконовый. Силиконовый. Они очень легкие. Здесь вот это вот снимается. Раз сняли, посмотрите, какое все зеркальное, красивое. Так, сейчас я их включу. Просто покажу хотя бы, как они включаются. Сейчас, надеюсь, они не разряжены. Они могут быть и разряжены, не знаю точно. Наверное, разряжены. Так, друзья, ну вот я их немножко подзарядила. Показываю, вот тут на кнопочку нажимаешь, они включаются. Вот они. Ну, видите, показывает, что батарейка уже садится. Вот они выглядят. Здесь картинку можно будет любую ставить. И здесь уже вы... Как хотите, тут все смотрите. Тут есть и сердечный ритм, и принимает звонки. Вы можете принимать звонки на этот, на эти часики. Также вам, вы можете звонить с этих часиков тоже. Здесь можно слушать музыку. Здесь 100 спортивных программ, кто занимается спортом, то есть там и шаги считает, и как вы бежите, на велосипеде едете, каким-то еще спортом занимаетесь. Здесь куча всего, и вот так перелистывайте, вот этот сердечный ритм, пожалуйста. Ну, в общем, вот кто спортсмен, вообще вот супер-пупер, конечно, вот музыка. Ну, здесь вот погоду показывают, то есть мини-телефон только на руке. Плюс принимает все смски, там, WhatsApp, какие еще, YouTube, WhatsApp, там, обычные смс-сообщения, Instagram принимает, ну, в общем, ВКонтакте, вам все, здесь все эти смс-оповещания, оповещения, все здесь будет на часиках. То есть часики очень хорошие, вот очень красивые. Мне нравится здесь ремешок такой двухцветный. Ну, красиво они смотрятся даже на женской руке. Вот. То есть вот такие часики я, девчонки, советую. Кто хочет, покупайте вот кому-то в подарок или еще, я не знаю, может быть, в подарок, может, сыновьям своим, мужьям. Ну, очень удобные часики. У меня вот они мои. Я вот специально принесла, вот они мне на таком серебристом. И у меня еще есть розовый браслет. Вот тоже у меня эти часики, тоже их фирмы. Я очень довольна, ношу их. Очень классно. Вот, так что, девочки, ссылочку на часики оставлю. Кто захочет, покупайте.
А я эти часики подарю. Подарю одному очень симпатичному человеку. Мужские часики. Ссылочку оставлю. Вот как выглядит коробочка. Вы еще раз можете посмотреть. И вот мне очень нравится то, что есть здесь защитная пленка на часики. Ну, вообще просто супер. То есть сюда вот защитную пленочку раз, чтобы уже не царапались, ничего. Вообще очень классно. Так что, девчонки, советую, покупайте на подарки. Так, ну варенье пока еще жидкое. Сделала огонек побольше. Буду уваривать, чтобы немножко погуще, конечно, было, потому что очень жидкое. Так, девчат, еще раз показываю крема, которыми я пользуюсь, потому что многие опять меня спрашивали. Это 100 рецептов красоты, лифтинг и питание, ночной крем для лица. Я недавно прям заказала опять. Дальше. 100 рецептов красоты, дневной крем, лифтинг и питание. И еще заказала вот такой крем. Это у нас комплексный крем для лица «Кокос». 100 рецептов красоты. Тоже очень приятный аромат у этого крема. Быстро впитывается. Его можно как и дневной, так и как ночной использовать. Тоже хороший. Вот такие вот три крема. Вот я ими пользуюсь. Мне очень нравится. У дневного немножко посветлее крышечка. У ночного немножечко потемнее. Это турецкие крема, которые я привозила из Абхазии, из турецкого магазина. Тоже я ими пользуюсь. Но вот это мои фавориты, мои любимые крема. Кстати, боди-лосьон вот этот купила, который тоже на оливковом масле. И вообще обалденная фирма. И очень хороший, впитывается быстро, аромат приятный. Вообще супер, конечно. Очень тоже нравится. Потом у меня вот чистая линия, лосьончик. Также чистая линия – это смывать косметику. Ну, в общем, все. Здесь у меня в основном все корейское. Здесь у меня корейские. Такая маска сода шипящая. Здесь улиточка. А здесь у меня такое молочко тоже очень классное. Ну, все, наверху тоже вот ничего особенного. Все это вы знаете. За окошком у нас июнь. 1 июня. Вот такая красота. У нас все строится. Здесь магазин. Уже крыша какая-то делается. В общем, что-то будет здесь. Держат в секрете, но предполагают все. И вроде как они сказали, что будет магазин. Ну, продуктовый, возможно. Вот. Вдалеке там была Шиха район. Ух, какие облака красивые. Ух, какие красивые воздушные подушечки. Какая красота, надо же. Классно. Москва зеленая, Подмосковье зеленое, все красиво. Пробки, как всегда, есть. Все, на этой нотке буду заканчивать. Всем хорошего настроение, хорошего вечера. Много на ночь не кушайте. Пейте водичку, чай. Кушайте клубничку. Все, друзья, всем пока. Всех люблю, всех целую, всех своих хороших, добрых зрителей. Всех вас обнимаю.